Тележурнал «Вид сверху» рад предложить вашему вниманию большую порцию баскетбола. В ближайшие 26 минут вы узнаете, почему баскетбол – лучшая игра с мячом. И начинаем сразу с десерта. Матч действующего чемпиона в Минске. «Смоки» принимает ЦСКА. В столице Беларуси армейцы оказались через день после разгромного поражения в Евролиге от Фенербахче, и легкой прогулки никто не ждал. «Смоки» Минск в этом сезоне не проигрывал в основное время. В активе два овертайма в трех матчах и две победы. Никаких компромиссов. Армейцам удалось избежать дополнительной пятиминутки, но все равно были втянуты в концовку. В третьей четверти удалось оторваться в счете 47-37, но спустя минуту на табло уже горело плюс один. А еще через мгновение «Смоки» сумел выйти вперед. Красно-синим потребовались подвиги, не первый раз за этот матч. Или хотя бы точные попадания. Виктор Хряпа и Сони Уимс спасли ЦСКА 66-62. Ноль в графе поражения сохранен. Первый иностранец, ставший заслуженным тренером России, американец с израильским паспортом. Человек, который заставил поверить нас в чудо. Тренер-волшебник, научивший нас мечтать. Дэвид Блатт отказался вновь возглавить сборную России, но мы помним его победу на чемпионате Европы и бронзу Олимпиады. Парни, во-первых, я вас поздравляю. Я очень счастлив за всех вас. Вы это заслужили. По-настоящему заслужили. На 100%. Личный архив, да. Я Дэвид Блатт, и это мои правила жизни. Если я не работаю, то, скорее всего, ем или сплю. Мои дедушка и бабушка перебрались в США из России, так что я еще до приезда сюда был связан с вашей страной и испытывал к ней особые чувства. Санкт-Петербург – одно из моих любимых мест на Земле. Это мегаполис с обаянием небольшого городка. Год, проведенный в питерском «Динамо», стал ключевым в моей карьере. Когда, будучи ребенком, я смотрел финал Олимпиады 1972, когда играли СССР и США, конечно, я болел за своих. И тогда мне казалось, что американцы проиграли из-за судей. Но с годами, погрузившись в баскетбольный мир, я понял, что советская команда действительно заслужила то золото. Я не верю в удачу. На нее рассчитывают лишь те, кто не готов проводить много времени в тренировочном зале. Я не волшебник. Я просто искренне, по-настоящему верю в свою команду. Долгие годы ходили разговоры о том, что в России нет классных игроков. А на самом деле они есть и были. Им всего лишь нужно было научиться играть вместе, как команда. Сергей Моня – мой лучший подопечный. Он всегда стремится помочь команде, никогда не пропускает игры, тренировки, сборы. Для меня именно Моня олицетворяет российский баскетбол. Первое, что я сделал, возглавив российскую команду, это сказал, что никто не должен приезжать в сборную против своего желания. Ребята сперва не поверили, потому что старый подход был совершенно иным. Но после этого менталитет игроков изменился, и вы видели результат. Для меня баскетболисты моей команды – люди и игроки, а не звезды. Звезды – они в небе, да и то из Москвы их не разглядишь. Если вы покажете мне человека, который говорил, что Россия выиграет чемпионат Европы 2007, я куплю ему Феррари. Сейчас никто не может просто прийти и сказать: «Привет, я буду новым Джей.Р. Холденом». Для этого нужно много работать. Я счастлив быть единственным израильтянином, завоевавшим медаль на Олимпийских играх в Лондоне. Когда-нибудь мне бы хотелось попробовать свои силы в НБА. Мне снится баскетбол. Иногда вижу новые комбинации или защитные схемы. Как знаете, некоторые композиторы по ночам слышат новые симфонии. И утром им лишь остается записать музыку из сна. Конечно, это не значит, что я гений. Но это значит, что баскетбол – моя жизнь. 7 лет у руля сборной России получились великолепными и исключительными. Для меня было огромной честью работать с вашей командой в вашей стране. Такое не забывается.
не наказали соперника, али было готово, се надо било положить мяч у корзину, три раза в третью четверть, два раза у четвертой четверти, то решаешь и моментима, не ты мяч не забили. Не могу сказать, да не соперник направил на это, но просто не было нашего мужества, уверенности, да мы можем опасно получить. Я и заслуженно проиграли потом игру, где Казань использовал свое качество на самом площадке. Конечно же, слукавил. Нижний отлично начал этот матч и даже повел 19-10. У черно-белых все получалось, и оптимизма на скамейке гостей было предостаточно. Но Ника Зизис и Владимир Веремеенко добавили агрессивности, и Нижний растерял свое преимущество так же быстро, как и приобрел. Рывок 17-3 дал моментальный эффект, но не убил интригу. Практически все 40 минут команды шли вровень, но итог оказался таким же, как и старт сезона. Нижний вновь провел хороший матч, но уступил, а «Уникс», на первый взгляд, не прилагая максимум усилий, спокойно добился очередной победы. Казанский клуб продолжает удивлять. Серьезно изменив состав, команда сразу же показывает результат. Даже с учетом товарищеских матчей, «Уникс» не потерпел ни одного поражения в сезоне. В этот конкретный вечер Андреа Тринкьери вновь угадал заменами. И уже который раз на старте сезона широкая ротация приносит успех. Но даже на фоне отличных тренерских решений можно выделить лидера «Уникса». Американский защитник Эндри Гудлок перед матчем получил персональный приз – лучший игрок команды в октябре. И сделал задел на повторение в ноябре. 21 очко против Нижнего и очередная победа. Переход в «Уникс» был абсолютно правильным решением. Я вижу, что у нас есть все для успеха. Прекрасная атмосфера в раздевалке, грамотный тренер, мощная поддержка трибун. Это была отличная победа, ради нее пришлось попотеть. Нижний играл очень раскрепощенно, потому что в Казани им нечего терять. А вот нам во что бы то ни стало нужно было выигрывать. Ведь в этом году перед нами стоит серьезная задача пройти сезон без домашних поражений. Рождение сына я запомнил на долгие времена, а игра это все равно прошла. Ее надо забыть, готовиться к следующему игру. Я Джеймс Агастин, родился в американском штате Иллинойс. Это мой второй год выступлений за Химки. Год назад, когда собирался в Россию, очень нервничал. Но освоился я тут быстро. У нашего клуба богатые традиции. Вот за моей спиной стоят трофеи, олицетворяющие историю нашей команды. Пожалуй, главный из них — это Кубок Европы, завоеванный 2 года назад. А с другой стороны, вот передо мной стоят артефакты и трофеи из прошлого вашей страны. И я попытаюсь угадать, что это. Джеймс Агастин освоился в российском баскетболе. Надежный и уверенный в себе американец проводит второй сезон в подмосковных Химках. На площадке у него нет секретов. Но с Россией центровой продолжает знакомство. И теперь с нашей помощью. Так, первая вещь. Это... Даже не знаю, что это и... Даже догадок нет. Может, подскажете? Это что-то связанное с электричеством или строительством? Говорите, с фото и видео? Устройство, чтобы кинопленку склеивать? Серьезно? Никогда бы не угадал. Так, дальше у нас
Так это же электробритва. У меня такая тоже есть, ну, в более современном варианте. Я ей стригу волосы на голове и на лице. У нее есть вот такие вот здесь специальные металлические насадки, а вот такого раритета в жизни не видел никогда. Так, третьим по списку у нас вот этот. Это какой-то нагревательный механизм, что-то для нагрева воды. Так, а это скалка. Не исключено, что у моей мамы где-то лежит точно такая же. Такой штукой они с бабушкой раскатывали тесто для печенья и другой выпечки. Так, это, думаю, что-то для кухни. Пахнет металлом. Наверное, нужно класть что-то вот сюда, и оно вылезает вот отсюда. Не уверен, может быть, это для того, чтобы делать спагетти? Так, а это, наверное, старые деньги. Да, узнаю вот этого дядьку, его вроде Ленин зовут. Хотя на 100%, конечно, не уверен. А это, должно быть, старинная версия кредитной карты. Думаю, моя мама до сих пор пользует такую же чековую книжку. Ну, вряд ли, кроме нее, кто-то пользуется такими до сих пор, потому что, например, за 4 года в Испании я ни разу не видел ни одного чека, там о таком даже не слышали. А в этом, скорее всего, греют воду или какую-нибудь жидкость. Вот отсюда, наверное, что-то течет, или нет. Да, точно, точно, отсюда наливают. А сюда вставляют свечку или что-то вроде того. Я угадал? Так, если судить по форме, мои догадки — это контейнер для обедов, чтобы брать с собой на работу, или это коробка для хранения обоймы с патронами. Ну, знаете, их вставляют в такие большие пулеметы, как прикрепляют. Не знаю. Можно открою? О, вот это мимо я дал. Это камера. Нет? А, это проектор. Старинный проектор. Россию с любовью. Джеймс Аугустин из баскетбольного клуба Кимки. Подмосковные «Химки» продолжили победную серию в единой лиге в Риге. Отличный комбинационный баскетбол команды Римаса Куртинайтиса не только покорил столицу Латвии, но и переписал книгу рекордов лиги – 33 передачи в одной игре. В строй вернулись Майкл Грин и Пол Дэвис, и увеличенная ротация конвертировалась в итоговый плюс 19. Пальба Рижан из-за дуги не принесла успеха. На подборе первым был Сергей Моня, а Креша Лончер в быстром отрыве отправлял его в корзину – 19 очков хорвата. Слежу за вами. Дважды вице-чемпион мира Виталий Носов ставил блокшоты Арвидусу Сабонису и Шакилу О'Нилу. Ему есть что вспомнить, но он живет настоящим. Это не то, о чем вы подумали. Баскетбольный корт «Территория любви» – первая победа в истории волгоградской команды в единой лиге ВТБ. Эмоции более чем через край. Настоящая мужская радость. Может быть и такой. Сверху можно и промазать. Дмитрий Соколов учел горький опыт Евро-2013. Отцепленный вагон. Максим Колюшкин теперь будет подпрыгивать в одиночку. Так безопаснее. Где-то здесь должна быть еще одна рука. Виноват дающий. Так меня учил тренер. А вообще-то я должен забивать, а не ловить. И главная звезда обзора – Стяпас Бобраускас. Вчера играл в боулинг. Страйк должен выглядеть так.
Я бросаю мяч спиной и между ног. Не-не-не, не так. Я лицом, траектория мяча та же, но страйк ли это? Спустя 15 лет большой баскетбол вернулся в Волгоград и сделал это через центральный вход. «Красный Октябрь» начал сезон с победы в Минске и приготовил город к возвращению в большой спорт. Ажиотаж, полные трибуны и солидный соперник. В такой атмосфере не хватало только победы. Но быстрый баскетбол, большое количество импровизаций и невероятные авантюры способны привлечь болельщиков на трибуны, но еще не дают гарантии побед. Мы хотим играть в быстрый баскетбол, да, и атаковать в первые секунды владения, но как бы сегодня, во-первых, в первой четверти ребята немножко переволновались из-за такого количества зрителей. Потом показывали более-менее нормальный баскетбол, но все-таки мы только собрались в этом году, все новые. Как будто я вот начинал, когда в Питере, все практически то же самое начинается здесь. Как бы новые команды, все по-новому. На самом деле сразу все не получится. Ну и потихонечку, насколько я уже вижу, и прогресс, причем очень быстрыми шагами идет. Город-герой Волгоград. Каждая улица, каждый район напоминают о героическом прошлом. И для легионеров «Красного Октября» это новый вызов и новое приключение. Они понимают, что люди на трибунах гордятся своим городом и хотят гордиться командой. Рэнди Калпейпер в первой же игре за новую команду установил рекорд результативности лиги. 41 очко в матче с Цмоки Минск – лучший результат в истории единой лиги. Рекорд маленького американца стал украшением фантастического матча. Невероятная развязка, которая пришлась на овертайм, и первая победа в истории клуба. Даже такой красочный сюжет померк на фоне радости президента клуба. Дмитрий Герасименко не только самый молодой президент клуба во всей лиге, но и включен в заявку команды как баскетболист. Играющий президент матч в Минске смотрел со скамейки запасных, но победу отмечал уже на паркете. Возможно, это и станет самым ярким моментом всего сезона. Это была только радость. Я честно говоря, увидел только уже потом. Мне фотографии прислали. Я хочу просто всем сказать, что, ребята, играйте в баскетбол. 17 лет, 18 лет. В этом городе появилась надежда. Ну, что дети, как в любом другом городе, закончили школу, пошли в вуз, забыли, что такое спорт, забыли, что такое физическая культура и в том числе, что такое баскетбол. Играющий президент клуба и исполнительный директор огромного завода «Красный Октябрь». В офисе клуба он руководитель, на тренировке форвард, выходящий со скамейки запасных, а на заводе большой начальник, который с легкостью проведет экскурсию по одному из крупнейших металлургических заводов страны для приглашенной на матч группы поддержки Red Foxes. Итак, город металлургов, город, ставший символом Великой Победы, вернулся в большую игру. С этого сезона он представлен на карте единой лиги ВТБ. Не стоит сомневаться, что местный «Красный Октябрь» с его желанием и интересом со стороны болельщиков сделает все возможное, чтобы написать новую победную главу в истории Волгограда. Теперь на баскетбольной площадке. Эта комбинация называется «Майка». И вот Дерек Ло начинает здесь с мячом. И они начинают
эту комбинацию из diamond сета. Вот баскетболы этот сетап, который они начинают, называется diamond, потому что вот видно, что все четыре игроки вот так стоит. И вот, вот этот раз Слепенчук выходит из заслона четвертого Зайцева, и другой защитник выходит на другую сторону. Пас получит, мяч получит, и сейчас вот Зайцев приходит, и они играют пик-н-ролл. Этот пик-н-ролл ничего не значит, потому что они хотят, что Дерек Лоу играет пик-н-ролл в конце. И он просто пас отдает Дерек Лоу, и сейчас, после того, когда Дерек Лоу получит мяч, пятый Коллинз приходит и хотят ставить заслону на пик-н-ролл. Обычно вот эта заслона стоит вот так, во что он играет в этом угол. Но он решил поменять угол и ставил заслон вот в эту сторону. И защита уже перепутала, и Дерек Лоу, защитник, стоит вот так и закрывает середину. И вот когда Коллинз приходит и стоит заслону, его защитник тоже перепутал и думал, Лавал думал, что он должен сделать заступ здесь. И Дерек Лоу видел, сделал одну финту и проход сделал с левым рука. И потому что все коридор, когда этот заслон поставил вот здесь, сюда, все коридор вот этот, получится, открывался. Потому что Лавал перепутал и хотел здесь помочь. И сейчас game over. Литовский Гранд шикарно начал сезон, прошел квалификацию Евролиги и даже грохнул сам Панатинайкос. Но теперь наступил спад, и этим воспользовался питерский Спартак. Команда Гунтерса Ветра проявила характер и наказала соперника за все ошибки последних минут. Волевая и неожиданная победа красно-белых. Первая в сезоне для северной столицы. Дмитрий Кулагин, защитник подмосковного «Триумфа», и его коллега по амплуа Максим Григорьев, баскетбольный клуб «Локомотив Кубань». Они такие разные, но оба являются будущим российского баскетбола. Конкуренция продолжается и за пределами баскетбольной площадки. Сыграл 3-4 атаки, могу пробегать без мяча. На всех языках. А, исключительно английском. Да. Я молодец. Кольца. Кто-то постоянно открывает дверь в зал. Молодость 100%. Одна. 2-3 и ракет. Нет. У меня нет машины. У меня нет навигатора. Да ничего не стесняется. Мне ничего стесняется. Это только есть. Строгий три. Все случаи. Только в Краснодаре. В Самаре. Замечательная победа. И теперь самое главное, лучшие моменты недели. Джереми Парка, баскетбольный клуб ЦСКА. Убийственный кроссовер, и никто не помешает этому данку. Эффектные 2 очка и 5 место хит-парада. Белые тоже умеют прыгать и убегать в отрыв. Доказано Вячеславом Зайцевым.
Рекордсмен-снайпер опасен не только в атаке. Мухобойка из Волгограда. Мини-версия. Рэнди Калпеппер. Красный Октябрь. Последняя атака для Азовмаша стала победной. Дерек Лоу сломал комбинацию и принес первую победу Азовмашу. И первое место нашего рейтинга улетает прямым рейсом в Волгоград. 182 сантиметра идут на посадку. Рэнди Калпеппер. Авиалинии «Красный Октябрь». А мы прощаемся с вами, но ненадолго. Увидимся уже через неделю. И помните, баскетбол делает вас лучше.